Привет! Это обзор от Mob.ua, и как всегда, я Трэш. Сегодня я поведаю тебе о трех играх, которые вышли на Android. И, в общем, мне нужно сделать на них обзор. Забей, просто не смог их связать воедино. Это физическая головоломка Little Inferno, антистрессовая аркада Beat the Boss 3 и хрен знает что за раннер Nine Cat Lost in Space. Начну с конца и плавно перейду к десерту. Nine Cat Lost in Space — это игра, сделанная по клипу, загруженному на YouTube в апреле 2011 года и ставшему популярным интернет-мемом. Для тех, кто не знает, что этот мир окончательно пиздился, сообщу, что клип на сегодняшний день насчитывает свыше 100 миллионов просмотров. В клипе происходит, пожалуй, то же самое, что и в игре. Полукот-полупеченька летит в космосе под шизофреническую музыку, высырая радугу. В Nine Cat представляется 5 режимов игры. Первый — классик. Его смысл заключается в том, что тебе нужно бежать и прыгать сколько сможешь. В двух словах смысла нет. Второй режим называется Universe. Тут дела обстоят получше. Собирая радужные катабатареи, ты набираешь турбо для скачка в новый уровень. Третий режим — Nine Wings, где нужно убегать от злого кота, который отличается от тебя тем, что он кота-вафля. Четвертый режим – дзен. Хрен знает, чем он отличается от первого. 10 минут поиграл, отличий не нашел. Ну и пятый – так найн. То же самое, что и классик, только бежим и катавафлей, и в противоположную сторону. В каждом режиме есть кучу шизофренических, как и сама игра, бонусов, которые либо помогают, либо мешают дойти катапеченьке к своей бессмысленной цели. Теперь в очереди Beat the Boss 3. Игра задумана исключительно как антистресс. Ни на что больше она не претендует. В общем, создаешь максимально похожего персонажа на своего тупого босса и срываешься на нем. У меня таких боссов не было, а посему я срываюсь на бывшей. У нее была такая прическа, такие глаза, ну и точно такие усы. Да. В общем, тебе предоставляется куча орудий пыток, при помощи которых ты наносишь увечья боссу, пока он ругается. Но знаешь, снимать стресс на мультяшном персонаже, представляя, что это твой начальник, все равно, что анонировать на бабу из комиксов, представляя, что она настоящая. Нет, ну это неудачное сравнение. В общем, такой босс вообще нереалистичен и не вызывает никаких чувств. Как антистресс, игра не работает. А если у тебя просто маниакальные наклонности и тебе тяжело с ними справиться, то играй, пожалуйста, на здоровье. Ну и, как я обещал, десерт. Наверное, уже многие из вас играли в Little Inferno на ПК или Яблоке. Ну в общем, тем, кто не играл, посвящается. Как говорится, special for you. Игра от создателей World of Goo. Уникальная, совершенно не похожая на других физическая головоломка Little Inferno поражает своей простотой и гениальностью. Помнишь, в детстве тебе говорили, не играй с огнем, а то будет плохо. Так вот, настало время это проверить. Представь мрачный мир, где дикий холод заставляет людей искать любой способ согреться. Я не имею в виду секс. Мир, в котором вещи и игрушки больше не дарят тепло, разве что их спалить. В игре тебе предоставляется камин веселья под названием Little Inferno, в котором каждая сожженная вещь дарит тебе тепло, радость и удовольствие. Вдобавок, здесь есть множество интересных загадок, в которых скрыты комбинации спаливания предметов. Сжигая предметы, ты открываешь новые каталоги товаров, заказывая которые, ты вновь их сжигаешь. Зачем? Потому что на это можно смотреть вечно. Физика, стилизация и атмосфера игры заставляет согреться от одного только взгляда на экран. Так что качай незамедлительно. Тем более, что уже хорошенько похолодало. А на этом у меня все. Если тебе понравилось, то качай, ставь лайк, подписывайся на наш канал и вступай в группу. Там еще дофига интересного. Это был обзор от Mob.ua, и я Трэш. До встречи!